кто-то нас слышит, чувствует нашу поддержку, им будет легче играть. Вот, потому что очень много болельщиков от Химок, мы должны их перекричать. ЦСКА, вперед! We're coming here to win, and we are not happy, but we will turn immediately. We have to know that we don't want to win every game by 20. Even if we are first, even if we are playing very good, we need to understand that it's going to be moments that where the things are not going the well that are good for us, and we have to come stronger. Of course, when you are lose, nobody's going to be laughing here and smiling, but we are confident that we're gonna get an advance to the Final Four. Я думаю, что тут уже игра, грубо говоря, таких мелочей. Где-то мы не забили, они забили, где-то они подобрали. Поэтому, в принципе, эти три игры, они очень похожи в предыдущих двух. То есть это не те игры, когда мы играли до этого, когда мы там, по 10-15 очков, то и по 20 как бы, выиграли. Поэтому это плей-офф, и надо быть готовым к жесткой игре, к жесткой борьбе. Вот, поэтому у нас есть, как и у них, в принципе, один день, чтобы подготовиться, восстановиться и уже подойти к следующей игре. It's always difficult, as you see in the other playoffs. Nobody had won 3-0, so we know we are doing things well. We had to correct the mistakes that we were making, especially today, and come stronger on Friday. Не стоит забывать еще предыдущие, сколько, 6, наверное, сколько мы, 5 игр уже сыграли с ним еще. Можно сказать, одно из главных дерби России, теперь оно и перелилось в статус Евролиги. Конечно же, такие своеобразные особые игры, тем более, когда идет плей-офф, где ты играешь, можно сказать, еще на выбивание соперников. Мы проиграли, в принципе, счет серии 2-1. Вот. Будем готовиться к следующей игре, чтобы, опять же, завершить серию.